Всем большой привет! Я сегодня расскажу вам о своей любимой плойке и о завитках, которые от нее получаются. Плоечка выглядит вот таким образом. Фирма Babyliss. Она имеет вот такую вот конусную форму. И, соответственно, как вы видите, никаких зажимов к ней нету. Чем мне нравится эта плойка? Во-первых, локоны получаются очень упругими, очень красивыми, ведь вертикальная такая накрутка получается. И эти локоны держатся очень-очень долго. Если вы с утра завьете свои волосы, до вечера вы абсолютно спокойно проходите, что, в общем-то, очень хорошо, когда вам необходим какой-то надежный такой результат на весь день, на какие-то мероприятия, дни рождения, свадьбы. Ну, давайте я покажу, как получаются локоны. Возьму небольшую такую прядочку. И потихонечку вот так вот накручиваю, стараюсь, чтобы локон обхватывал плойку только в один оборот, не наслаивались волосы одна за другой. Подержать надо на самом деле совсем недолго. И вот такой вот локон получается. Такой вот упругий, красивый вертикальный локон. Чем меньше прядей вы возьмете, тем более упругий локон у вас, соответственно, получится. Если после того, как вы накрутите всю голову, вы прочешете расческой волосы, то получится такой очень приятная такая волна получится. Поэтому вы, в общем-то, степень накрутки можете варьировать сами, в зависимости от того, чего вы хотите добиться. Как я уже говорила, очевидным плюсом такой накрутки является ее стойкость. Ну и все накрученные локоны на голове смотрятся вот так вот. Вот такой вот мелкий барашек. А теперь по своему усмотрению вы можете, ну может быть, просто как-то заколоть челку или поднять какие-то волосы наверх в прическу. В общем, есть простор, как говорится, для фантазии. Вот, я на самом деле обычно просто разбираю локоны руками на более объемные, более мелкие кудри, вот такие вот. Можно сверху побрызгать жидким лаком, но я никакие просто средства не люблю, поэтому никогда не пользуюсь. В принципе, и без лака они держатся, как я уже говорила, достаточно хорошо. Вот, такая вот красивая волна у нас получается.